Друзья, тема с тема, музыка нас связала. И также миллионы сердец по всему миру связывает любовь. Итак, представьте, парень ради своей любимой девушки решил изменить внешность и пришел в клинику пластической хирургии. Ну как, доктор, получилось? Конечно, делал как себе. Пишусь в тебя, как в зеркало, до головокружения. Да, а жена говорила, что я неповторимый. А? Повторил? Сын не похож, ну хоть этот будет. Доктор, скажите, а я теперь красавчик? Ну, по версии моей мамы, да. Ладно, держи зеркало. Посмотри, что получилось. Заодно проверим твою моторику. Смотрим на меня. Повторяем за мной. Раз, два, три. Моторика в порядке. Слышь, урод! Это что за урод? А, это ты. Это ты. Это мы. Ты понимаешь, я просил тебя сделать лицо знаменитого актера. Ну? «Ментовские войны 7», третья серия, «Ноги мертвого охранника». Главная роль, считай. Ты ничего хуже не мог придумать? Я нет, но есть у меня один пациент рядом в палате лежит. Попросил сделать лицо себе, как у него. Тогда я точно стану легитимным. Все-таки услышал. Я почую кожу. Витя! Слушай, доктор, ты понимаешь, я сделал операцию ради своей любимой девушки. Она ж меня теперь вообще не узнает. Да в тебе вообще нет ничего святого. Точно. Обед. Что? Ну, для врача обед — это святое. Не слышал? Нет. Ну, услышишь. И запомните, аппендицит находится слева. Вон, в ванночке стоит. Здрасте, доктор. Но я не доктор. Ну, по правде говоря, вся больница так о вас говорит. Держите. Чё, доктор, чем будем заниматься-то? А чем обычно врачи в больницах занимаются? Вас понял. Вам чёрный или зелёный? Чёрный. Конечно. Обед для врача — это святое. Где-то я это слышал, да, где-то слышал. Слушайте, а помните этого пациента вашего, который просил себе 4 руки сделать? Да, видел его, операция вообще шикарна. Сейчас в Верховной Раде бегает, кнопочки за всех нажимает, радуется. О, пациент. Какой пациент? Здравствуйте, доктор. Но я не доктор. Спасибо, доктор. Я не доктор. Ноги Ипократа уважаю, да. Слушай, а что я ему сделал-то? Этому-то? Да вы что, не помните? У него ж лицо было на Дзидзю похоже. Фу. Вот. Вы ему анестезию вкололи, священника пригласили, он там святой водичкой окропил, и все, тот на человека стал похож. О, еще один, смотрите. Здрасте, доктор! Я не доктор! Я вас слушаю. Короче, хочу себе брови вот такие вот, как у Брежнева. Зачем? Ну просто, сейчас с отоплением туго. Утепляюсь, как могу! Кто это? Так ладно, все, пошлите в терапию, пошли. Утепляться! Утепляться, давай. Так, так, так. Ой, ты еще здесь! Слышь, а ты такое лицо не делай! Какое? Вот такое лицо больше никогда никому не делай! Давай меняй все обратно! Что я поменяю, деньги заплачены, все операции сделаны, все, ко мне пришли, давай работай! Я передумал, короче, хочу себе полностью лицо, как у Брежнева. Зачем? Ну просто бабка говорит, что у нас не в отношениях застой. Пытаюсь полностью соответствовать. Господи, все, задолбал. Садись, готовься к операции. Слышь, докторишка, ничего не забыл? Точно. Полутник. Что? Ну, для врача полутник — это святое. Подожди, ты же говорил обед святое. Я чту всех святых. Слышь, правильно. Доктор! Доктор, я пришла за своим Валерой. Он ради меня решил изменить свою внешность. А я его люблю за внутренний мир. Валера! Опоздала. А схема-то с Брежневым работает! Лена? Лена! Лена, это я! Я, Валера! Ну ты же доктор! Валера! Лена! Пойми, я сделал операцию ради тебя. Ты ж мой дурачок. Я люблю тебя за то, какой ты у меня есть.
Лена. Любовь одна виновата, лишь любовь во всем виновата, лишь любовь всегда виновата. Друзья, ради любви стоит меняться в лучшую сторону, но изнутри. Ведь любовь, она вот здесь. Мой Валера. Я здесь. Ой, мой Валера. Лена. Мальчишник, мы та еще стая. Любовь одна виновата, лишь любовь во всем виновата.